Хотела сказать спасибо большое тебе за машинку Sway, которая идет с экрана. Удобно то, что она показывает заряд и сколько там можно масла там доливать, все такое. Вот, в работе мне очень нравится, удобно. За свои деньги вообще шикарная просто. Стрижет как лезвие, всем рекомендую, спасибо. А сколько ты работаешь? Работаю неделю, еще ни разу не заряжала. Я понял, ничего себе. Хорошо, спасибо тебе большое. Спасибо. Всем привет! Да. У нас новая машинка Sway. Полный аналог нового. Полнейший аналог, но есть уже дисплей. Благодаря этому дисплею можно четко понимать, насколько осталось батареи, четко планировать свой рабочий день. Вот. Внешне они выглядят практически одинаково. Единственное, что они добавили, улучшили, я бы сказал, рифленость для того, чтобы не скользила машинка. Крючок даже держателя, все в металле, все как бы очень дорого, богато. Ножевой блок полностью идентичен, полностью. Только другой логотип, не знаю, состав металла, но полностью весь механизм то же самое, кроме вот этой вот штучки. Окей. Расскажи, кстати, по работе. Вообще не уступает ничем. Ничем не уступает? Вообще не уступает. Это сейчас идет без экрана. Обычно. Смазка справляется идеально. Сразу сделал, короче, на максималку, чтобы он ее притер, да, трошки? Звук очень приятный. Дзин. Это что-то новое. Они сделали такую же машинку без дисплея и с дисплеем. Она чуть-чуть отличается вот в руке больше, шире. И нет вот этой рифлености. Да, это три вариации там идет. Да, три вариации. Цвет. Есть вот даже такой интересный цвет. В золоте выполнена крышка. Тоже с дисплеем. Заряжается она 3 часа, работает 5 часов, беспрерывная работа. Вот, я поработал этой машинкой, этой, то есть для фейда она идеальная. Насадки, кстати, подходят один в один с Magic Clip. Если кому не будет хватать, да, никому, я бы сказал, полностью одинаковый нож. Выполнены они тоже вот в таком же стиле, как и на Magic. Но нету четвертей, то есть для фейдов придется докупать насадки. Кстати, какие там идут? Идет насадка, стоп, как раз можно вырезать, да. То есть для фейда здесь все есть. То есть есть 1.5 миллиметра, 3 миллиметра, 4,5 миллиметра и еще вот одна завалялась 3 миллиметра. То есть самые рабочие насадки все есть в комплекте. Не надо ничего докупать. Единственное, что можно будет взять с какого-то старого валя насадки побольше, там шестерка, десятка, а не пластиковая, это вообще не проблема.
деньги, которые на сегодняшний день предлагают свои варианты. Я напоминаю, что они бывают трех видов. Расскажи, трех видов какие. То есть с экраном, ну, в двух цветах. Одинаковые две машинки, просто да, просто разный корпус. Да. То есть тут золото, здесь серебро и еще модель без экрана. Да. Но я бы, если бы брал, брал бы с экрана, потому что всегда можно посмотреть и спланировать свой рабочий день по заряду батареи. Угу. А какие еще примечания либо плюсы в машине, когда ты работал? Ты довольно долго работал в этой машине. Честно, я не увидел минусов. Не увидел? Не увидел. За эти деньги очень хорошая машинка. Могу предложить ее, порекомендовать ее могу начинающим мастерам, опытным мастерам. Как вторая дополнительная за такие деньги, я даже себе, наверное, такую куплю. Если многих мастеров спрашивают клиенты, какой вы триммер посоветуете, вот, и когда советуешь им более дорогой триммер D8, ну, цена $100, они сразу начинают как бы моросить немножко. Герман, о май гадабл! Очень дорого, очень как-то... Я, кстати, себе заберу триммер для домашнего использования. Если что-то подешевле, а теперь я смело буду рекомендовать именно эту модель для домашнего своим клиентам, да, для того, чтобы они в домашних условиях делали себе окантовки, бороды, там, что-то снимали, усы подстричь, есть насадки, в принципе, uh-huh. Все есть. Зарядка выполнена вот в таком вот, как на Андисе. Да, тут есть бороздка, чтобы не перепутать, плюс-минус. Зарядка в машинке своей. Сейчас мы посмотрим. Тоже выполнена вот таким вот. Шнур, конечно, хлипковатый. Мне все супер, все идеально. Возьму себе такую, попользуюсь. Потом, если что, снимем еще один видеообзор через полгода, насколько она выживет. Да. В твоих руках. Да. А у тебя жесткие руки, я знаю. Все? Да. Все, да.